Один пожарный, по имени Сергей, подошел к своему коллеге, Денису, и попросил его принять норматив у новой девушки в их отделе. Денис удивленно посмотрел на Сергея и спросил, что за странная просьба. «Ну, видишь ли, Дэвид, я думаю, что это будет хорошим способом показать ей, что мы ценим ее как часть нашей команды», — объяснил Джейк. «Она только что присоединилась к нам, и я хочу, чтобы она почувствовала себя принятой и уважаемой». Дэвид задумался на мгновение, прежде чем согласиться. «Хорошо, Джейк, я понимаю твои мотивы. Давай сделаем это, чтобы показать нашу поддержку новой девушке». Таким образом, они подошли к девушке по имени Эмили и объяснили ей свою просьбу. Она улыбнулась и согласилась принять норматив, благодаря за проявленное внимание к ней. С тех пор Эмили чувствовала себя более уверенной в своих способностях и знала, что у нее есть поддержка со стороны своих коллег. Джейк и Дэвид были довольны, видя, как их маленькая забота сделала такую большую разницу для нового члена команды.